Я сюда пришла. Короче, слушайте, я маму свою ищу. Здесь не проживает Наталья Макарова. Такая высокая, темненькая. Нет, девушка, вы ошиблись адресом. Мужчина! Подождите, пожалуйста! Эй, мужик! Еще раз постучишь? Я тебе руки оторву. Я бы носил серьгу и украл меня. Ия, ты угрохала весь потолок, хоть бы вытяжку включила. Если бы дом было что поесть, тогда бы потолок был бы нормальный. А деньги кто зарабатывать будет? Ты что ли?
Знаешь, а я понимаю, почему от тебя мама ушла. Здравствуйте. Что? Ты кто там еще? Во! Это она сегодня в дверь ломилась. Ну, не надо, иди, а. А еще она сказала, что ты ее мать. Давай я разберусь с ней, можно идти? Да вперед! Только я смотрю, ты уже не разбиралась. Лет 15 назад, да? Ты правда думаешь, что я могла просто твоего ребенка? Иди, ты чего не займись? Ну, что? Ну, что? В каком смысле? Это же ты мне искала. Тебе же нужно что-то узнать, наверное, не мне. У меня новая семья, и... Ты понимаешь? С тобой и твоим отцом меня больше ничего не связывает. А с этим мужчиной и с ребенком связывает. Поэтому больше не смей приходить и рушить меня уже сегодня. Хоть ты умная девочка. Надеюсь, ты поймешь. С первого раза. Я знаю, мое дерево не проживет и недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели.
Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Ужинать будешь? Не хочу. А арбуз? Неа. Как на работе дела? Сегодня? Да нормально.